Ну что, поехали? Наконец-то вроде бы все нормально. Тихо. Сегодня у нас шавуха. Чтоб не думали, что мы тут сильно выпендриваемся, мы решили, так сказать, поближе к народу. Еда нашей юности. Это еда нашей современности вообще-то. Вот. И мы вас приветствуем на нашей мукбанг-терапии с Викторией Александром. Желаем вам приятного аппетита, хорошего настроения. Не забывайте подписываться. Мы вам должны напоминать каждый раз в начале ролика. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас. Да. Ставьте комментарий, лайк, колокольчик. Да. И будет вам счастье. Да, и значит, рассказываем. Мы решили сделать шаверму или шаурму, или как хотите. Мы хотели сделать сами. Сами. Это домолепная, доморощенная. Это у нас получилось межпланетарная, а это ультрамежгалактическая. Да. Это курица, это говядина, да? Да. Окей, рассказывай дальше. Мне уже нечего рассказывать. Сашка вошел в кураж. Скажу, что это у нас соленье, все, что мне осталось рассказать про маринованный лучок. Да, даже это мне не дали рассказать. Ну, хорошо, хорошо. Сашка. Я тебе облегчаю работу, в смысле... Там тебя зовут. А, хорошо, я пошел. Но я тебя не пущу. Стой там, иди сюда, называется. Тут вот картошечка фри, огурчик... И огурчик. Ну, вот. Солененький, свеженький, как бы. Мы едим сегодня исключительно руками. Салфеток у нас много. Что мы хотим сделать? Эту мы не стали заворачивать. Мы решили вам кончик показать. Но сейчас я ее заверну. Мы ее попробуем разрезать пополам. И действо начнется. Правильно? Да. Так, а еще у нас сегодня будет интересная рубрика. Ну, Саша любит читать новости, иногда в интернете какие-то смешные. Ну, они типа серьезные, но на самом деле авторы этих новостей много чего-то употребляют, наверное, очень вкусного или невкусного. Вот. Много мороженого кушают, сахара голову дает. И, в общем, и в итоге они пишут про то, как мы потом расскажем вам по ходу действий. Да, неважно. Дело в том, что я хотел что сказать, немножко уточнить. Порой статью читать совершенно не нужно. Просто читаешь один заголовок. Кто их придумывает? Им надо там, я не знаю, 5 баллов ставить. Но это просто ржачь и умора, короче. Да. А статья, ну, в общем-то, пойдет. Ну что, приступим? Так, поехали. Давай-ка, подожди, эту пока отложим сюда, в стороночку. Да. Опа, вот так. Хорошо. С этой мы сейчас будем разбираться. Телятина. Ее так завернем до конца, чтобы она не стелятина. Ребята, она настолько получилась у нас огромная, что как бы даже трудно поверить, то, что мы ее сделали. Так, давай-ка я. Вот я ножичек приготовил и поехали. Виктория, ну-ка держи вот эту вторую часть, вот так аккуратненько. Так, а ну-ка, барабанная. Туда, в ту сторону. Ту-ду-ду-ду-ду-дун. Что у нас тут получилось? А я уже чувствую этот запах. Look at this. Вот так. Так. Тут оно, по-моему, сочное, но я еще бы добавила соус. Соус у нас есть, тогда я тут положу назад. Обратно, так сказать. Ну, а с этими давайте разбираться, так сказать. Немножко отвернув фольгу. Кстати, хорошая строчка для новой песни. Саша, эта песня, по-моему, нелегальная в российских Немножко отвернув про фольгу. Немножко отвернув фольгу, впиваюсь я в твою ногу. В шаверму я зубаками впиваюсь. Зубочками, вот. Как говорит Викуля, у меня такие смешные зубки, но я ими кусаю хорошо. Корочка. Она не сгоревшая, она просто чуть-чуть такая румяненькая. Ну, хочешь, я тебе чуть-чуть полью соус? Да, пожалуйста. Ну-ка, давай. Ложечкой. Ложечки у нас нет, у нас есть вилочка. Как в фильме известном. Если ты поддержишь мою вот так аккуратненько. Напишите в комментариях, вот, кто мой побратим, кто знает эту фразу «ложки нет». Откуда эта фраза? Напишите в комментариях. Кто угадает, тому будет... какой-то бонус. Тому мы передадим привет. Да. Как в старом анекдоте. Ребята, на радио звонит мужик и говорит. Ладно, потом расскажу. Потом, Сашка. Анекдот давай. Это уже прошлый век. Ребята, ну, понеслась. Давай. Цинь. Тынь.
ультрамежгалактическая просто. Как дома. Тут уже не как бы валиться надо. Слушай, по-моему, бомбастик вообще. Лучок, лучок. А если тут лучок, мне чуть-чуть и тут. Если что-то будет падать на пол, я потом поднесу. Вот видите, как он хвастается, что он идеальный мужчина. Ну, так оно и есть. Да. So far. Лучше меня не найти во всем белом свете. Я ехала за 3-9 земель, чтобы встретить сие чудо. Ну и, конечно, предоставить своему чуду сие чудо. Ох уж предоставила, ох уж и чудо. Вот реальный. И как вам? Да как тебе сказать? Просто какой-то. Не, я про чудо. На данный момент вокруг меня одни чудеса. Ты номер один, наша шаверна, твоя вернее, номер два. Я тебе другое спросила, как тебе это чудо? Я же сказал. Нет. Нет? Изумительное чудо. Ну как, чудо, но уже... Ну уже что? Дай поесть. Саш, подумай, что ты замалчиваешь мой вопрос. Я хочу сказать, что чудо само по себе уже в этом слове понятно, что это чудо. Мне, пожалуйста, чудо чудесной подливочки можно? Удовольствие. Блин, ложку надо. Давай вот так сделайте. Без всяких ложек будет очень хорошо. Вот так. Нормально? Да. И себе любимому тоже. А что мы так немножко мало соуса положили, да? Ну, мне не сухо, мне нормально. Очень хорошо. Слушай, я думал, мы не съедим, однако смотри. Телятинка хорошо нежненькая, прожарилась. Ну, вы же видели там в начале. Да, на превьюхе. Вот сюда. Давай немножко. Чуть-чуть. Тебе помочь? У тебя чистенько. Да. Окошечко. Еще соуса мне не хватает. Не хватает? Угу. На вот себе вот так поставь рядом его. И ни в чем себе не отказывай. А соус бомбический, тут чеснок. Ну, короче, шаурмисты не выдают секрет соуса, и мы тоже не будем. Я скажу, что он очень вкусный. И там есть чеснок. Вот такая вот история одного чуда. Да, вот именно. Как ты там говорила? Такое я вот тебе чудо, да? Угу. Ну какое чудо чудное. Не видаль. Как раньше на Руси говорят. Заморская. Называли, так сказать, окончание любовного соития. Чудо чудное, да диво дивное. Сейчас еще поедим. Я прочту то, что я вам хотела прочитать. Давай поедим сначала. Угу. Так что делу время, потехи час. А я когда была маленькая еще,
Ну, еще меньше, чем сейчас. Я говорила... Хотел пошутить на это, по этому поводу, но не стану. Я думала, что в этой поговорке «делу время, потехи час». Она говорится так. «Делу время, но тихий час». Как сказать, ну тихий час никто не отменял, да? Угу. Пусть уже крошится. Свинячить так свинячить. Ну, это есть там твоя водичка, да? Да, пока есть. Да, она вроде как очень вкусная и должна быть сытная, но нет такой тяжести. Можно еще эту пофилить. Упс, понял. Сметану. Хорошо, газировочка. Хорошо. Угу. Я квасок. У нас опять вот этот вот гигантский квас. Двухлитровый. Напоминает мне настоящий советский. По 3 копейки. А бутылка, вот эта вот такая коричневая, пузатая, напоминает мне бутылку, кто видел ролик, там, где маленькая собачка играется с бутылкой. Вот. И эта собачка там где-то на стоянке машин играется с надутой огромной бутылкой из-под пива или из-под кваса, не знаю. И как-то в какой-то момент эта бутылка взрывается, собачка улетает и замирает. Вот. И сигнализация. В общем, видео потрясающе. Сколько смотрю, столько ору с этого видео. У собаки шок, она просто, как это сказать? Притворилась мертвой. Она не притворилась, ее просто переклинило. Но в итоге сказали, что с собачкой все хорошо. Я вот еще сметанки добавил. Угу. Не хочешь? Я вот этого дива дивного хочу. Так. Ну вот думали. Может купить. Слушай, это какое-то свинство. Нормально. Может купить. Может оставить. Вот. Поставить, вернее, на стол купленную здесь. Но сколько мы здесь перепробовали в районе, в городе Шаверм, здесь ни одной такой же на вкус не продается, как у нас дома. И вот, наконец-то, спустя много попыток, я сделала этот соус. Это просто... Я счастлива. Теперь можно не искать. А что ты рапортуешь, кошка? Так, наконец-то я сделала... Sorry. Потому что я очень ждала этого вкуса. Ты не понимаешь. Не хочу просто лук. Не хочешь? Ты не поймешь, как я ждал этого вкуса. А я аж упрел. Настолько работа ведется. Я не знаю, сможем ли мы с тобой межпланетарную. Надо попробовать. Но мы ее разрежем и вам покажем. И попробуем. И скажем, попробуем. Как она на вкус. Это была с говядинкой, а это с курочкой. Ну что тут еще? Я уже там в конце лаваш один, я уже не хочу. Угу. Да. Да, вот так и вот. Угу. Ну что, сейчас в промежутке я вам засчитаю. На ручки хорошо вытри. Вот. О. Старая поговорочка работает просто как часы. Надеюсь, у вас, ребята, пока Викуля вам зачитает, хотел вас спросить, надеюсь, у вас совушки уже попадали там, все в порядке? Кто не в курсе, смотрите наши предыдущие видео, это наш пароль. Совушки попадали. И пин-код на гортани. Да, и пин-код. Мне вчера удалось увидеть 3 цифры, но последнюю никак не могу. Итак, я специально для некоторых сделаю так челкой. Да, да, да. Просто есть люди, которым это особо нравится. Надо было челку поправлять до еды. Так не, хотя мы не ели никаких блюд, чтобы она туда чтобы попала. Чтобы она стала жирнее. Ты же ела это, ты же ела как бы бутерброд, правильно? А да, там чтобы челка стала жирнее, надо ее поправлять во время еды. Правильно. Чтобы лучше укладывать. Чтобы она держала форму. Да? Правильно. Так.
Ну что, поехали. Итак, новость года. В Африке массово жалуются на кражу пенисов. Это не шутка, а серьезная проблема. Ей занимаются полиция и психиатры. Психиатры. Нет, ты перепутал, кажется, психологи. Психиатры. Психиатры. В Африке массово жалуются на кражу пенисов. Ребят, я открываю один из известнейших сайтов новостных, и там такая... Они часто там подкидывают такие вещи, я иногда ржу, Вика с другой комнаты кричит: «Ты что там, что там у тебя такое, что ты там читаешь?» Я говорю: «Да тут заголовочек прочитал, чуть со стула не упал». Я зачитаю, я хочу вам зачитать эту статью. Она не целиком зачитаю, но вот только начало. С конца сентября СМИ все чаще сообщают, не буду говорить какого города, все чаще сообщают о новых случаях кражи половых органов граждан так называемыми похитителями пенисов. Похитители пенисов, ПП. Если Давай. Вам говорят: «Я на ПП», не думайте, что это правильное питание сразу. Может быть, это что-то иное, и вам следует бежать. Люди, которых считают злыми колдунами, в таком-то городе был мужчина, вышел за хлебом в магазин. Последний тут же объявил, что после прикосновения по его телу прошел шок. Затем он коснулся своих этих самых и обнаружил, что они... пропали. Ну, слушай, короче, он позвал на помощь там, соседей, прохожих. Да, они начали бить этого колдуна, но он сказал: «Я попозже верну». Он сознался в преступлении и пообещал вернуть похищенное. Слушай, ну там же в статье написано, что работа ведется не только там какими-то органами разыскивающими, а еще и психиатрами, поэтому, давай. Полиции заявили, что им известно об инциденте и в очередной раз попросили граждан не заниматься самосудом, а докладывать обо всех случаях похищений гениталий. ПЧК. Слушай, вот такие у нас. Это везет тем, у кого они их есть. Ну ладно, это была тоже шутка. А что, мы продолжаем нашу межпланетарную? Давай-ка я ее резану. Ты сказал, везет тем, у кого они есть, или он отвезет тем, у кого их нет? А что я сказал? Я не помню. Ладно, неважно. Ну вот, ребята, мы теперь куриная, значит, теплая. Да. Вот так вот, смотрите. Ну, бери. Я хоть наелась немножко уже, но слюни все равно... Осторожно, осторожно. Вот так, покажи. Смотри, какая красота, ребята. Лянь, йоу-йоу. Ну? Это с сыром. Тут побольше сыра. Я тебе покажу сыр. Вот он там. Ну что, давай укусим. Я уже вот это, наверное, бы пару раз укушу. Больше я уже не могу. После ультрамежгалактической уже все. Ну, давай. Я это тоже полью своим любимым поливальником. Вот так. Так что шавермочка сегодня зачет. Очень удалась. Респект Виктории Александровне. Она у меня стала инициатором. Я говорю: «Давай купим». «Ну что ты?» «Нет, я хочу сделать». Я говорю: «Ну как, если женщина хочет сделать, значит, я уже иду как поваренок подмастерья. То есть то наруби, то начеши, там нарежь, там поджарь». Но сборкой занималась, так сказать, наш шеф сегодняшний, Виктория Александровна. Поэтому да. Прошу любить и жаловать. А то, что это получилось очень вкусно, ну... Дай-ка так, мне соусика тоже. Похрустим слегка. Похрустим, давай, похрустим. У нас еще есть время, да? Вот, под арабский мотив. Ну, слушай, куриная тоже хороша. О, да. Я даже не два раза укушу, а четыре. Дважды два – четыре. Хорошая шаверна в этом мире.
Официально заявляю, что сегодня я не съела ни одного кусочка фольги. А что изжога? А шаверму ела, да? Да. Фольгой закусывала, да? Блин, правда вкусно. О, да. Должны ее. На эту шаверму и на мое жующее лицо. Наверное, не очень приятное зрелище. I'm sorry. Думаю, кто смотрит, тот смотрит неспроста. Ну, четвертый укус, бэби, больше не могу. Сори. Правда, у меня, конечно, укусы не такие, как у тебя. Угу. Убой валится все-таки поменьше. А кто ж ты тогда? Голодный кит только мальчик. А ты девочка? Голодный кит девочка? Я голодная кита. Давай мне кваску, пожалуйста. С удовольствием. Я вам скажу, это было очень вкусно, но реально, ну, нет такого сильного насыщения, как это обычный какой-нибудь там ларьковой шаурмы. Есть такая легкость в желудке, что сами делали. Ну, чтобы прощаться или что? Да, ребят, сегодня уникальный день. Да. Виктория Александровна сегодня выступила по полной программе. Досочка, видите, пустая. Ах, вкусно. Надеюсь, мы принесли вам немножко хорошего настроения. Ну и Викулик вам скажет, как она вас любит и что мы дальше делаем. Дальше, там у меня, по-моему, был еще один комментарий, я обещала ответить. А, ну давай, зачитаем. Да, я, может быть, тогда еще найду. Укусик сделаю. Да, сделай, потому что жалко оставлять. Я просто уже мало как могу, но постараюсь. Так, сейчас, uno momento. Uno momento, да. Вот. Мы их немножко еще на сковородочке, так сказать, зацементировали, нет. Чуть-чуть румяные, ароматные. Ну, сегодня был вообще хороший день, поэтому подумали, почему бы нет? Почему бы нам, так сказать, не побаловать себя шаурмой, правильно, Николь? Да. Ну, мне понравился комментарий еще. Что я очень эротично кушаю. И что... Это я и сам знаю. Что даже женщина считает так. И что это может возбудить таки. Ой, возбудить. Она говорит, я даже женщина, меня это возбуждает. Да. Я представляю, что творится с мужчинами по ту сторону экрана. Но. Ну, по ту сторону экрана, пожалуйста. А кто спрашивает, кто мой по знаку зодиака? Это Стрелец? И весы, но это огонь и все взвешивательный аппарат. Взвешивательный аппарат. Ну это понятно, потому что если кто не знает, весы вообще единственный. О, нашла. Подожди секунду, единственный неодушевленный предмет во всей гороскопской вот этой иерархии. Да, точно. Водолеи, рыбы, они все живые. А весы бездушные. Но я... Ну, ты душный. Ну, то бишь, сдушный. Ну, душевный, я хотела сказать. Ну, так вот, я душный. Ну, да, я поправляю иногда. Так, харе. Вот, комментарий. Она говорит, ты душнел. На останок, напоследок, так сказать, на закуску. Здравствуйте, Вика. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Не ревнует ли ваш муж вас коллегам? Хороший вопрос. Я попытаюсь ответить.
А ты как ответишь? Вопросом на вопрос. А ты как ответишь? А ты ревнуешь меня к коллегам? Как ты можешь ответить, если она спрашивает как бы, ну, меня через тебя, правильно? Ты ревнуешь меня к коллегам? Я, честно сказать, ревную. Потому что, знаете, весь этот фитнес, это все такое, знаете, или мутненькое такое, там друг друга там это за руки берут, вот это все. Вот. Но Викулю знаю. У нас такая, знаете ли, пламя. Нет, не вот этого. Нет. Она мне яркая, она мне такая выдающаяся. Она мне офигенная. Поэтому, знаете как, я думаю, что я такой же. Иначе бы она со мной ничего бы не, как это сказать. Я бы тебя не любила так сильно. Она бы меня так не любила. Поэтому, господи, этот спортивный зал, какая разница. Ребенку нравится там работать, она там работает, старушек мучает всяких. Да и кто-то у меня из коллег. У меня коллеги все в основном женщины. Один мужчина, такой качок огромный. Но я не люблю сильно перекачанных. Таких ну, был бы не перекачанный, глядишь, может быть, мне пришлось бы ревновать. А так, шансов нет. Нет, еще есть неперекачанный. Вот тоже не приходит. Совсем худенький. Я считаю, что когда ты любишь человека, то даже самый там какой-то золотым сечением Аполлон, я на себя показала, сорян, будет тебе не мил, потому что вот это лицо для тебя самое прекрасное на свете, потому что ты видишь его по утрам, и оно у тебя вместо солнышка, если ты встаешь. Ня-ня-ня, сю-сю-сю. Ну, понятно. Да, тебя поцелую. Ладно, ребят, мы уже затянули и так. Давайте мы вам пожелаем всего хорошего. Подписывайтесь, смотрите наши ролики. Кому нравится, смотрите и подписывайтесь. А кому не нравится, не смотрите и не подписывайтесь. Вот так. Но а все потом равно... просыпайтесь и подписывайтесь. Да, потому что, знаете, люди, я знаю, кто-то нам комменты, я от вас, на этот смотрю, человек приходит и опять комментирует, и опять разговаривает. То есть, куда вы от нас? Не, но тем, кому мы... Это нельзя знать человека. Тем, кому мы зашли в душу. Вот. А кому нет, то, конечно, нет. Ну, господа, всего хорошего, Викуль, давай. Распрощаемся. This is life. Всегда на связи. Кушайте. Будьте здоровы. И приходите к нам в гости. Так точно.